Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя за время, которое мы здесь проведем сегодня вместе. Я благодарю Тебя за помазание и присутствие, сошедшее на нас, чтобы мы процветали в эти времена. Отец, Ты наша поддержка. Ты наш обеспечитель. Господь, мы посвящаем и вверяем себя Тебе, чтобы у нас было Твое понимание и благоразумие насчет того, что надо делать со всем, что Ты приносишь в нашу жизнь. Отец Небесный, спасибо за то, что даешь нам приумножение и увеличение в это время. Да. Отец, мы посвящаем эти 10 дней Тебе, во имя Иисуса. Дай нам провещевать. Аминь. Господь, дай нам слышать во имя Иисуса. Давайте начнем с 26-го псалма. Когда мы только приступали к месяцу процветания в церкви Eagle Mountain, Господь дал мне слово из 26-го псалма. Он сказал, чтобы мы не подвергались влиянию этого времени. Мы отделены от этого времени для Бога. И не имеет значения, какая экономическая ситуация вокруг нас. Не имеет значения, выросли акции или нет. Недавно я читал 28 главу книги Второзакония. И в одном из переводов говорится о процветании, преуспевании нашего скота. Я подумал, к какому же типу имущества он относится сейчас, в нашем современном мире? Это живое имущество. Так что если у нас есть имущество... Я верю, хорошо, что это имущество живо. Да. Что бы ни происходило, мы не должны подвергаться влиянию этих времен. Аминь, я верю в это. Но послушайте, что сказал мне Господь, а затем мы прочитаем это место Писания. Когда Он сказал «не подвергаться влиянию этих времен», то слово «подвергаться влиянию» означает, что кто-то имеет над вами власть или владычество, когда вы чему-то подчинены. Да, безусловно. И Господь сказал, что мы не подчиняемся, не живем под властью, под господством, под контролем или влиянием состояния экономики или системы этого мира в данный момент. Как это возможно? Это возможно. Потому что мы живем в Духе. Да. И все подчинено этому. Да, Духу. Мы подчинены Духу Божьему. Но мы должны принять это решение. Мы должны жить в этом состоянии. И Господь сказал, наши времена подчинены власти Слова Божьего, крови и имени Иисуса. И когда мы действуем на основании этого, тогда мы не подчиняемся этим временам, окружающим нас временам. Итак, посмотрите со мной это местописание. Позволь мне кое-что добавить, да. Не потеряй это место. Ты помнишь, как мы узнали об исцелении? О том, что мы были исцелены. Иисус взял на Себя наши болезни и понес наши немощи. И мы узнали, что мы не подчиняемся болезни, да. Потому что мы исцелены. Да. В такой же ситуации мы находимся относительно процветания. Мы не подчиняемся экономическому кризису, депрессии, всему, что сейчас происходит. Мы благословлены. Мы благословлены. Мы ходим в благословении. Мы живем в благословении. Мне это нравится. Мы отделены от этого. Мы подчиняемся и подвластны другой экономической системе. Экономической системе Царства Божьего. Аминь. Аллилуйя. Царство Божьего. Твоя проповедь уже сделала меня счастливым. Об этом проповедовал Кеннет. Мы живем в другом царстве. Да. И Господь показал мне эти места Писания. И у нас другой царь. Да, верно. Аллилуйя. Аллилуйя за другого царя. Итак, 26-й Псалом, 1 стих. «Господь — свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем. Во все дни жизни моей созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Пятый стих. «Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу». Это хорошо, мне это нравится. Так что мы в своем положении отделены от этой мирской экономики, от ее влияния, от подъемов и спадов, потому что мы подчиняемся экономике Небесного Царства. Да.
Так же, как если бы по всей земле свирепствовала болезнь, и мы были отделены от болезни и немощи. Мы отделены от этого. Потому что мы не находимся под проклятием, слава Богу. И мы были отделены для благословения. Аминь. Отделены от проклятия. Да. Отделены для благословения. Я уже счастлива, аллилуйя. В день бедствия Он нас укрывает. Мне это нравится. Это превосходно. Он укрывает меня в скинии своей. А теперь 31 Псалом, 6 и 7 стихи. 31 Псалом, 6 и 7 стихи. «Зато помолится тебе каждый праведник». 31, 6 и 7 стихи. Хорошо. Там сказано, «Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его». Ты — покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Аллилуйя. Мы не подвержены влиянию времени, Глория. Верно. Мы не подвержены влиянию экономики, того направления, в котором она движется. Мы подчинены Царству Божьему. Мне нравится это место Писания. Слава Богу. Посмотрите 30-й Псалом, это рядом. 30-й Псалом. 30-й Псалом, 15 и 16 стихи. Там сказано, «А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог, в Твоей руке дни мои». Это идеально, правда? Разве это не хорошо? Да. «В Твоей руке дни мои». Аллилуйя. В конце стиха сказано, «Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих». «Яви светлое лице Твое рабу Твоему, спаси меня милостью Твоею». Какой это был стих? Я потеряла. Это были стихи 16 и 17. 16 и 17. Да, слава Богу. Аллилуйя. Но на что я хотел обратить ваше внимание, это на тот факт, что наши дни в Божьей руке. Мы в Нем. Мы отделены. Мы искуплены от проклятия нищеты. Мы в Нем. Мы в Нем. Мы уже не в нищете. Мы не в нищете. Мы уже не в болезни. Слава Богу. Мне это нравится. А теперь давайте откроем 17 главу Евангелия от Иоанна. Иисус молился за нас в 17 главе Евангелия от Иоанна. И в этом месте Писания мы узнаем, что мы должны процветать, а не выживать. Это воля Божья. Выживать — это значит едва сводить концы с концами. Оставаться живым. Я слышал, как недавно Кеннет сказал, что выживать — это значит быть лишь в шаге от смерти. Это правда? И мы не в шаге от смерти. Нет. Мы процветаем. Мы процветаем. Слава Богу! Мы благоденствуем, мы преуспеваем, мы делаем успехи, мы преуспеваем. Давайте посмотрим на ту молитву, которая молился за нас Иисус, и которая отделила нас от зла в этом мире. В 13 стихе 17 главы Евангелия от Иоанна Он говорит, «Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Мы здесь видим, что мы не от мира. Мы живем в Нем. Хорошо замечено. Но мы не от Него. Аллилуйя. Мы отделены от Него, Глория. Это восхитительно. Мы отделены от воздействия этого мира. Спасибо, Иисус. Даже в церкви, согласно статистике этого времени, уровень даяния снизился. Но это не о нас. Нет. Нет. Уровень даяния повысился. Нет, уровень даяния повысился. Уровень даяния повысился. Уровень принятия повысился. Аминь. Он выше, чем был когда-либо прежде. И это замечательно, что мы живем в такое время. Это время, когда мы используем нашу веру. Мы применяем нашу веру в Него и в Его Слово. Иисус сказал, давайте еще раз на это посмотрим, в 15 стихе, «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Поэтому мы с вами сохранены от зла нищеты. Это зло. Нищета — это проклятие. Это зло. Это зло. Знаете, Глория, люди, многие годы критиковавшие вас с Кеннетом за это послание, действительно?
Это, видимо, прошло мимо вас. Люди, критиковавшие вас, сами в финансовом плане, вероятно, очень успешны. У них есть машина, дом, одежда. А как насчет людей, которые не могут оплатить свои счета? Как насчет людей, которые погрязли в долгах и не могут из них выбраться? Именно для них это послание. Мы сохранены от зла нищеты. Мы сохранены от зла нищеты, от зла нужды, от зла, когда нам не хватает. Это зло. Это зло, когда вы не можете оплатить свои счета. Это зло. Это проклятие. Когда звонят кредиторы, это ужасно. Это зло. Я помню это. Да, вы это помните, не так ли? Ну да. Правда? Я помню. У меня всегда перед глазами картина, как я в Талсе сижу за маленьким синим столиком, который я купила за $25 и покрасила. Это было, когда мы переехали туда, не имея денег, чтобы Кеннет стал 30-летним первокурсником. Я помню этот синий столик. Наверное, я много пережила за этим столиком, поскольку я всегда вспоминаю эту картинку. Да. Денег нет. У нас не было денег ни на что, но мы все равно справлялись. Так что я знаю, о чем ты говоришь. Бог заботится о нас. И вот что восхищает меня в том решении, которое вы с Кеннетом приняли, чтобы жить без долгов в наши дни. Именно тогда мы его приняли, за синим столиком. Сейчас не время быть в долгах. Да. И Господь выведет людей из долгов. Он всегда нам помогает. Он сверхъестественным образом аннулирует долги. Да. Но иногда, проповедуя в церкви, я говорю людям, подвигайтесь немного на своем стуле, это стул свободный от долгов. Я говорю, подвигайте ногой по этому ковру, который свободен Хорошо. От долгов. Верно, аминь. Иисус сказал, что Он будет хранить нас от зла в этом мире. Позвольте, я прочитаю вам несколько мест Писания, а потом мы продолжим разбирать это место Писания. В 13 стихе 6 главы Евангелия от Матфея Он сказал, «Избавь нас от лукавого». 4 стих 1 главы послания Галатам. «Чтобы избавить нас от настоящего лукавого века». Это так хорошо, мы избавлены от настоящего века. Я записываю это, потому что хочу использовать это в своей проповеди. Это так хорошо. Первое послание Иоанна 5:18. «И лукавый не прикасается к нему». Нищета от лукавого. Нищета — это зло. Это проклятие. И здесь сказано, и лукавый или проклятие не прикасается к нему. Мне нравится 13 стих 10 главы 1 послания Коринфянам. Он даст и облегчение. Бог дал нам облегчение, чтобы мы могли избежать проклятия закона и ходить в полноте благословения Авраамова. Давайте закончим читать это место в 17 главе Евангелия от Иоанна. В 15 стихе Иисус сказал, что будет хранить нас от зла. В 16 стихе сказано, «Они не от мира, вот оно. Как и я не от мира. Освети их истинную Твоею. Слово Твое есть истина». Что означает слово «освети»? Слово «осветить» означает «сделать отделенным» или «отрезанным». Мы с вами отрезаны. Мы отрезаны. «Отдели их истинную Твоею». Отдели. Мы отделены, да, мы отделены Словом Божьим. Мы в другом царстве. Да. В земле Гесем есть свет. Аминь. Слава Богу. Это хорошо. Когда на Египет выпал град, сыны Израилевы были отделены стеной искупления. Это была черта. Была проведена черта. И дьявол, и все, что у него было, не могли пересечь эту Совершенно черту. Совершенно верно. Подумать только, вы можете стоять на одной стороне улицы, и у вас светит солнце, а на другой идет град. Была черта. Была черта. Было разделение. Слава Богу, и здесь да. сказано, освети их, или отдели их от системы этого мира. Да. Слава Богу, мы отделены от системы этого мира. И мы отделены от воздействия этой мирской экономики. Мы живем в другой экономической системе. Да. В другой экономической системе. И, например, для нас ключом к этому явилось то, что мы прислушивались к Господу насчет того, как нам выйти из долгов. Да. Нельзя, держась за это, быть от этого отделенным. Таков путь этого мира. Да. А мы были в долгах. Я вышла замуж за брата Копланда и его долги. Мы были в долгах. В те дни у нас не было денег, чтобы оплатить их.
Но знаете что? Мы узнали о вере. Мы узнали о Слове Божьем, и мы начали держаться этого. Мы выбрались из долгов, да. И мы продолжали жить без долгов. Миссия Кеннета Копленда свободна от долгов. Совершенно верно. Мы никому ничего не должны, кроме взаимной любви. Это хорошо? Да. Это образ жизни. Аллилуйя. Это образ жизни. И я так благодарен за то, что вы с Кеннетом приняли это решение. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Это может быть нелегко. Я недавно думал об этом, Глория, об административном здании у нас здесь. Мы не одалживали деньги на постройку этого здания. И да. Это заняло немного больше времени. Да, возможно, на несколько лет больше. Я помню, как нам пришлось приостановить строительство. Да. Но ты также помнишь, как мы его возобновили. Да, я помню, как мы его возобновили. Но знаете, Глория, если бы служение взяло кредит на эту постройку, мы бы сейчас, в 2012 году, все еще выплачивали проценты. Просто бы выплачивали проценты. Разве это не впечатляет? Мы бы переплатили за это здание сколько раз, как ты думаешь? О, да, в таком бы случае мы переплатили бы во много раз. Но, слава богу, мы отделены от этого. Нам пришлось приостановить строительство всего на месяц или два. Я точно не помню, это на несколько месяцев. Месяц или два. Потому что у нас закончились наличные средства на постройку здания. Но затем мы стояли в вере, и деньги пришли, и здание было построено, и мы уже много лет в этом здании. Да, мы в нем с 1986 года. За это здание было заплачено сполна еще тогда. Заплачено. И нам не пришлось 30 лет выплачивать проценты да. за него. Видите, вы отделили себя от системы этого мира. И наши партнеры, наши друзья, наши телезрители. Вы можете поступать так же. Вы не подвержены влиянию этого времени. Вы не находитесь в его власти, если вы во Христе. Мы не находимся во власти и в подчинении у проклятия закона. Глория, мы, наверное, поговорим об этом на передаче завтра. Но у Кеннета на конференции было слово от Господа. Все будет хорошо. Да. А для этого мира все будет становиться только хуже и хуже. Так что мы должны выбрать, на какой стороне мы будем находиться. Мы живем в серьезное время. Да. Но мы не находимся под его влиянием. Наши дни в его руке. Разве это не здорово? Это здорово. Слава Богу. Это здорово. У нас сейчас не хватит на это время, но вы можете найти все эти передачи. Твоя проповедь уже сделала меня счастливой. Вы можете посмотреть передачи этой недели на нашем сайте в интернете. Еще раз напомню его адрес kcm.org.ua. Там вы можете Джордж, посмотреть ты не наши против, передачи. Если люди будут использовать приведенные тобой места Писания. Проповедуйте об этом. Пастора, проповедуйте. Слава Богу. Служители, проповедуйте об этом. Изучайте это. Даже в книге Исход. Сыны Израилевы были отделены от песьих мух. Скот сынов Израилевых да, не погиб. Сыны Израилевы, вы просто... Только подумайте об этом. Здесь пастбище с мертвым скотом, а здесь пастбище с процветающим да. скотом. Вы просто подумайте об этом. Скот просто умер. А скот на израильской стороне выжил. Отделение. Верно. На одном пастбище отделение. Полно града, а на другом зеленая трава. И Господь это сделает и с бизнесом. Совершенно верно. Если вы занимаетесь чем-то в сфере недвижимости и говорите, что продажи недвижимости упали, вы говорите, что на вашем бизнесе по продаже недвижимости благословение. И в Библии много сказано о земле. Земля имеет большое значение. Она имеет большое значение. Я верю, Глория, насчет наших партнеров, наших друзей, верующих, которые стоят на основании этого, что хотя нас окружают одинаковые условия, у нас будут разные результаты. Верно. И вы знаете, что когда-то вся земля принадлежала Богу. Да. И она принадлежит ему, что бы ни происходило. Аллилуйя. Исаак сеял во время голода, и он да, пожал стократный урожай. Тогда как все остальные потеряли урожай. Безусловно. Безусловно. У Исаака был, вероятно, самый большой урожай в его Верно. Жизни. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя, мне это нравится. У нас нет времени разбирать это, но в 17 главе книги Иеремии, с 5 по 8 стихи, говорится о человеке, который проклят, и о человеке, который благословлен. Проклятый человек находится в пустыне, не приносящий плода, и во время засухи он потерпит неудачу. А благословленный человек даже во время засухи приносит плод. Глория, даже во время экономической засухи мы отделены для Бога.
Обе ситуации сверхъестественны. А мы не подчинены этим временам. Мы не подчинены им. Да. О, мне нравится этот Джордж. Мы это подчинены благословению Божьему. Ты так многому нас научил лишь за одну передачу. Слава Богу, меня это буквально зажигает, Глория. Это видно. Меня тоже, это здорово. Я в восторге от этого. У тебя есть время, чтобы прочитать еще одно место Писания? Еще одно место Писания. Послушайте, Глория. 8 стих 17 главы книги Иеремии. «Ибо он будет как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, а лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Слава это Богу. Изображает нас. Это изменило ваш взгляд на ситуацию? Прочитав газету или посмотрев новости, почитайте благую весть. Помните, да. что сказал Бог, да. «Мы не от мира сего». Мы живем в этом мире, но мы не от этого мира. Почему? Потому что на нас благословение. У этого мира серьезные неприятности. Но для дома веры и тех, кто прилепится к моему слову и будет слушать очень внимательно, очень внимательно, исполняя то, что я показал вам сегодня, я буду показывать вам это еще не один раз. И вы можете это сделать. Вы можете это сделать сами. Вы можете не сходить со своих позиций. Вы можете прославлять и славить Бога прямо перед лицом ада. И хвалой вы можете привести себя в такое состояние, в котором вы можете сказать: «Ха-ха-ха, все будет хорошо». Он сказал: «Снова повторяю вам, у этого мира серьезные неприятности. Очень большие трудности переживаю сейчас в разных местах по всему миру. Очень трудные времена сейчас во многих странах. Такова ситуация сейчас. Но лучше не будет». Знаете, Глория, я верю, что это одна из причин, почему Господь говорит нам проповедовать об этом. Потому что в этом мире тьма сгущается. И нам нужно знать, как стоять на основании Слова Божьего. Относительно процветания, относительно здоровья, относительно защиты. Здесь сказано, будет становиться все хуже и хуже. Это падение вниз, и этот мир не может его остановить. Но, слава Богу за это «но». Но для дома веры все будет хорошо. Все будет хорошо. Да, нужно занять твердую позицию. Нужно подвязаться добрым подвигом веры. Но когда это было не нужно делать? Сейчас опасные времена. Это опасные времена в финансовом плане. Это опасные времена на земле, поскольку земля лежит под грузом греха. Что-то происходит под землей, в океанах и на небесах. Все сотрясается и колеблется. И земля в разных местах пытается расколоться. Но стойте на моем слове. И это к вам не приблизится. Хвалите и поклоняйтесь моему имени. Не питайтесь страхом и не впускайте неприятности в свою жизнь и в свои уста. Да, нет, верно. Перестаньте жить в этом. Вернитесь сюда, в дом веры. Питайтесь моим словом. Не ешьте хлеб печали. Питайтесь моим словом. Смотрите мне в лицо. Славьте и поклоняйтесь, прославляйте и поклоняйтесь в церкви. Прославляйте и поклоняйтесь и проповедуйте Слово Божье. Прославляйте, поклоняйтесь и проповедуйте Слово Божье. Прославляйте, поклоняйтесь и проповедуйте Слово Божье. Все будет хорошо. А затем Господь сказал, потому что, как я сказал, и вы продолжаете говорить, пока это не утвердится, не укрепиться в вашем духе. Ваше время пришло. Настало время вам выделиться. Настало время вам делать чрезвычайные вещи в финансовом мире, в мире медицины, во всех сферах, в которых у этого мира большие проблемы, и в которых они запутались. Они так запутались, что даже не в состоянии понять, насколько они запутались. И это наносит им вред. И они взывают из-за этого. Но Господь сказал, что если мы перейдем в дом веры, все будет хорошо. Именно в нем я и я живу. Я, Глория, начал изучать это. Спроси меня, где я живу. Где вы живете? Я живу в доме веры. Где вы останетесь? Спроси меня, где я останусь. В доме веры. В доме веры. В доме веры. Аллилуйя. И мы должны жить в доме веры. Верно. И мы должны принять решение, что мы будем делать. Да. И поскольку комментаторы в новостях... А когда было это пророчество? Это был август 2010-го. Сейчас только об этом и говорится в этом мире. Везде проблемы. И они не лгут. Это беда. И мы в этом мире, но мы не от мира. Мы в этом мире, но мы не от мира. Мы не просто живем в этом доме веры. Во время сегодняшнего изучения мы поговорим о том, как процветать в доме веры. Аминь. Давайте посмотрим 91-й Псалом. Это замечательное местописание. В 13 стихе сказано, «Праведный...» А сколько здесь праведных?
Слава Богу, люди в студии тоже подняли руки. И это не моя праведность. Нет, не наша. Я праведна, потому что я родилась свыше. Да. Я должна была родиться свыше, чтобы Он быть праведной. Сделал нас праведными. Иисус — Господь над моей жизнью. Аллилуйя. Итак, праведник цветет, как пальма. Возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Да, аминь. Они в старости плодовиты, сочны и свежи. Или они процветают, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. В том слове, которое пришло через брата Кеннета, было сказано, что мы должны перейти в дом веры. А здесь мы обнаруживаем, что насажденные в доме Господнем, они цветут. Да. Во дворах Бога нашего. И давайте поговорим о том, что значит цвести. Глория, на иврите, это у вас на второй странице, посмотрите сюда. На иврите слово «цвести» означает покрываться цветами, распускаться, расцветать, распространяться. Цвести означает перейти в состояние процветания. Аминь. Здесь, в доме веры, мы вошли в состояние процветания. Аллилуйя. Это означает приумножаться в богатстве, благоволении и чести. Мы цветем в доме веры. Мы испытываем приумножение в богатстве, в благоволении. Мы испытываем приумножение в чести в этом доме веры. Слово «цвести» означает буйно и пышно разрастаться, увеличиваться и распространяться. Основываясь на этом, мы не должны ожидать, что нам следует просто выживать. Да. Сводить концы с концами. Кеннет смотрит реалити-шоу о выживании. Эти шоу показывают по телевизору. Берут какого-то человека и помещают его в дикую местность. И он должен там выжить. И показывают, как он справляется с комарами, змеями, как ест жуков. Это и есть выживание. Мы не выживаем. Мы не в таком положении. Мы не едим жуков. Мы процветаем. Мы процветаем. Аллилуйя. В доме веры. Это так прекрасно. И последнее определение слова «цвести» — становиться чрезвычайно успешным. Превосходно. Именно так представляет нас Бог. Я это принимаю. Этого Он нам желает. Мы были искуплены от проклятия закона, от проклятия скудости, нищеты, недостатка, нехватки, пустоты, неоплаченных счетов. Мы были искуплены от этого. Да. И мы ходим в благословение Авраама. Мы не выживаем, мы цветем. Да. Знаешь, когда читаешь о благословении, оно шокирующе хорошее. Да, действительно. Глория, я вернулся к 28 главе книги Второзакония. Я постоянно ее читал, но в последнее время я читал ее в разных переводах. И я хочу, чтобы это укоренилось внутри меня. Благословение. Благословение, да, это хорошо, которое идея. Нам заповедано на моих кладовых. Он открыл свою сокровищницу. Богатая сокровищница Божья открыта для меня. Когда мы с Терри поженились в 1977 году, венчальную церемонию проводил Кеннет. И он прочитал нам 28 главу книги Второзакония. И с того момента она стала наше местное писание. На этом месте писания мы с Терри стоим. Но скажи мне, вы с того времени испытали приумножение? Конечно, мы с того времени испытали приумножение. Мы приумножились. О, слава Богу! Мы стали чрезвычайно успешными. Да. Мы буйно и пышно разрослись. И благодаря тому, что вы написали о том, что можно прожить до 120 лет, я и в старости буду плодовит. В старости, аминь, слава Богу. Я буду сочен и свеж. Я буду процветать. Процветать? Процветать и цвести. Глория, у вас здесь есть эти места Писания. Но давайте прочитаем Хорошо. Несколько мест Писания, которые имеют отношение к процветанию в доме веры. Например, аминь. В 11 стихе 14 главы книги Притчи сказано: «Дом беззаконных разорится, а жилище праведных процветет». Слава Богу! Мы процветаем в доме веры. Аминь. Миссия Кеннета Копланда процветает. Даже если этот мир разрушается, если обычные люди терпят крушение, мы можем процветать. В то же мы находимся время. В другом доме. Даже если у нас одинаковые условия, одинаковые экономические условия вокруг нас, мы имеем разные результаты. Да. У нас в жизни разные результаты. Наши дни в его руках. Знаешь,
В больших городах есть район богатых людей. Да. И есть район людей, у которых нет денег. Так же и в духе. Да. И мы, люди, живущие в богатом районе, слава Богу, мы не должны быть подвержены влиянию проблем этого мира. Знаете, есть кое-что интересное. Потому что мы граждане небес. В Писании сказано, что мы граждане Наше небес. Наше гражданство там, на небесах. Мы живем в другом царстве. Да. Знаете, Глория, однажды мы были на собрании в городе Брэнсон, штат Миссури. Это было собрание о процветании. Там была лишь небольшая группа служителей. И среди всего сказанного, я помню, как Лин Хаммонд говорил о том, что церковь обладает полномочиями в своей местности. И мы проповедуем об этом в нашей церкви. Что у нас, как у церкви, есть полномочия в нашей области, в близлежащих населенных пунктах. И в какой бы области вы ни жили, благодаря тому, что вы живете в доме веры, это повлияет на ту территорию и ту область, в которой вы живете. Да. Благодаря это тому, что мы здесь, повлияет. Что здесь наша церковь, это повлияет на близлежащие населенные пункты. Мы процветаем, и это процветание начинает распространяться. Итак, дом беззаконных разорится, а жилище праведных процветет. А теперь послушайте 10 стих 51 псалма. «А я, как зеленеющая маслина в Доме Божьем». Глория, слово «зеленеющая» означает «процветающая». На иврите это слово «цветущая». «А я, как зеленеющая маслина в Доме Божьем, и уповаю на милость Божью во веки веков». И нам надо исповедовать это. Мы должны заявлять об этом, что мы как зеленеющая маслина в Доме Божьем. Да. Мы процветаем. И даже если может оказаться, что в вашей жизни сейчас может быть сильное давление, вам нужно начать говорить слова веры. Да. Потому что, знаете, Глория, именно это мы делаем в Доме веры. Я наблюдал за вами с Кеннетом с тех пор, как попал в эту семью 36 лет назад. И представьте себе, когда я пришел в служение, этому служению было всего 9 лет. Как говорит папа Кларк, подумайте об этом. Подумайте об этом. Но я наблюдал за вами, я изучал вас. И в нашем доме, в доме Коплендов, мы говорим слова веры. Вы научили нас этому. И теперь каждое поколение, Джон и Марти, Келли и Стив, мы старики, наши дети, и дети наших детей, они все говорят слова веры. И именно это мы делаем в Доме веры. Им пришлось это делать с самого начала. Именно это. И посмотрите, 3 стих 111 псалма. «Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек». Слава Богу. Так что все будет хорошо в доме веры. И мы процветаем в доме веры. В нашем доме обилие и богатство. Глория, когда мы... И как долго это будет длиться, Джордж? Вечно. Хорошо. Вечно. Аллилуйя. Слава Богу. Когда мы начали ремонт дома, в котором мы сейчас живем, нам тоже пришлось верить Богу о поступлении финансов. Были времена, когда нам приходилось приостанавливать работы, но мы преодолевали это, проходили через это и начинали говорить той ситуации и над ней. Обилие и богатство в нашем доме. И Господь наполнял наш дом. Он наполнит и ваш дом. Он наполнит ваш дом драгоценным и прекрасным имуществом. Благословение. На нашем доме благословение. В 7 и 8 стихах 17 главы книги Иеремии сказано: «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока, не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится, и не перестает приносить плод. Но благословен тот человек, который надеется на Господа». Аллилуйя. Вот что мы должны сделать во все времена. Надеяться или доверять Господу. В этом вся разница. Надеяться. Он наше упование. И, Глория, я думаю, это труднее всего получается у людей в наше время, глядя на все происходящее. Это вызывает страх. Если посмотреть новости,
Знаете, недавно мы с Терри смотрели сводку новостей. И у нас, как и у вас с Кеннетом, на кухне стоит стол, за которым мы едим. И мы смотрели вместе телевизор. Смотрели новости. И в них говорилось о том, какие сейчас плохие времена, и что будет еще хуже. И посреди этого репортажа мы просто нажали на кнопку, выключили телевизор. Посмотрели друг на друга и сказали, мы процветаем в Доме Божьем, мы преуспеваем. Мы возрастаем, мы расширяемся. Мы надеемся на Господа. И наше упование... Господь. Мы просто сказали все эти слова. И это превратилось во время хвалы и прославления. Да. И именно так нужно поступать. Позвольте мне сказать следующее. Если вы собираетесь смотреть новости, вам придется говорить им в ответ. Совершенно верно. Если вы не можете им отвечать, не смотрите. А брат Копланд отвечает новостям? Мы оба отвечаем. Вы оба отвечаете. Да. Безусловно. Я представляю, как вы это делаете. Наше упование на Бога. Мы говорим, нет, этого не будет. Или что нужно сказать в тот момент? Мы это говорим, мы это не принимаем. Мы как деревья, посаженные при водах. И мы процветаем во время засухи. Верно. Это невозможно в естественном мире, не так ли? Деревья не могут цвести во время засухи, но это возможно с Богом. Это сверхъестественное явление. Наши деревья могут цвести. И они цветут. Они плодоносят, Глория. К нам в церковь приезжает одна пара из Оклахомы. И у них уходит несколько часов, чтобы приехать машиной сюда из Оклахомы. Они живут в сельской местности. Джордж говорит, как северянин. У меня хорошо получается их акцент. Хорошо, давай. И те люди живут в районе, где много садов. Они выращивают свои фрукты и тому подобное. И прошлым летом в Оклахоме была засуха. И мы каждый год празднуем мой день рождения, проводим служение, а затем в среду вечером организовываем большую арбузную вечеринку. Я знаю. И они привезли арбуз. Вот такой огромный. Просто вот такой вот. Он был огромный. И они подарили его мне. Мы заговорили об этом. И они рассказали, что в их районе люди удивлялись, почему их сад так плодоносил, когда другие сады нет. Аминь. Благословение, благословение Господне. Глория, в их саду был сверхъестественный акт Божий. И у нас, у всех есть свои сады. И какими бы ни были условия, наши сады процветают. Мы процветаем, мы приумножаемся в богатстве. Мы, как Исаак во время голода, мы являемся отображением этой картины, когда он сеял и получал стократный урожай. Так мы выглядим. Мы продолжаем сеять во время голода. Сеять и отдавать десятину. Видите ли, сея, мы прокладываем себе дорогу к этому. Некоторые люди считают, что в такое время в первую очередь нужно прекращать давать десятину. Это ужасная ошибка. Нет, это нехорошо. Никогда не прекращайте отдавать десятину ни во время неприятностей, ни во время избытка. Это нехорошо, и мы об этом поговорим. Нет, это недопустимо. В этом цикле еще 10 дней процветания. Мы поговорим о десятине и о небесных отверстиях. Хорошо. Но смотрите, здесь сказано, лист его зелен. И снова, если изучать вариант на иврите, это означает, что он процветает, преуспевает, цветет. В новом живом переводе Библии сказано, их листья останутся зелеными и цветущими, и они никогда не прекратят приносить плод. Это превосходно. Что бы ни происходило, никогда не переставайте приносить плод. Посмотрите на следующую страницу в ваших заметках. У нас есть еще несколько мест Писания. В расширенном переводе 7 по 9 стихи 35-го псалма сказано, «Как драгоценна Твоя непоколебимая любовь, о Боже! Сыны человеческие прибегают и уповают на тень Твоих крыльев. Они наслаждаются и радуются избытку Твоего дома». Так что в Доме Веры мы радуемся и наслаждаемся в Его избытке. «Из потока Твоих удовольствий Ты напояешь их, ибо у Тебя источники жизни. В свете Твоем мы видим свет». Слава Богу! Как кто-то сказал, наш отец богат, богат, богат. Богат, богат, богат. Я знаю человека, который это сказал. А теперь послушайте Песнь песней Соломона. Вторая глава, 4 стих. «Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мной — любовь». Так что мы, Глория, процветаем в доме веры, потому что это дом пира. Притча 11 глава.
28 стих. «Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть». Слава Богу. Разве это не замечательно? А это место Писания нашел сегодня, прямо перед выходом в эфир. Мы уповаем на Бога. Мы уповаем на Бога. В 4 стихе 26 псалма сказано. Я добавил его буквально перед выходом в эфир. «Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Аминь. Итак, Глория, зачем хотеть пребывать где-то еще? Давайте сейчас помолимся. Хорошо, давай. И давайте верить Богу, что мы перемещаемся в этот дом веры. Да. Отец Небесный, во имя Иисуса, мы молимся за всех, кто нас сейчас смотрит. И мы верим, что мы переходим в дом веры, потому что в доме веры мы процветаем, и у нас все будет хорошо. Да, все благословенно. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Аминь. Слава Богу. Это было так хорошо. Мы процветаем. Мы второй день уже процветаем. Посмотри, сколько мы уже прошли. Слава Аллилуйя. Богу. Аллилуйя. У тебя еще есть места Писания? У меня есть еще места Писания. Не пропустите эти передачи. Это слово от Господа, сказанное через Чарльза Кэпса 1 февраля 1978 года. В наши дни финансовый переход увеличится. Все пойдет в обратном направлении. Все пойдет в обратном направлении. Мы живем в наши дни. В 1978 году, это было давно. Нет, мы все еще живем в наши дни. Чтобы вы увидели, что мое желание действует в сфере вашего финансового процветания. Но дайте мне свободу, говорит Господь. Дайте мне свободу, чтобы я мог прийти и действовать вам на пользу. Я даю тебе свободу, Господь, чтобы ты дал мне процветание. Да, сейчас, то тут, то там будут финансовые бедствия. Да. Экономика будет то подниматься, то падать. Но те, кто учится ходить в Слове Божьем, это мы, увидят, как процветание Слова Божьего проявится сейчас таким образом, какого не видели в прошлом. Как сильно! Знаете, Глория, если мы не будем отстаивать это слово, оно просто ускользнет. Но мы не дадим ему ускользнуть. Нет. Оно живо. Я верю, что сейчас настало самое ответственное время за период нашей взрослой жизни. Прямо да, сейчас. Прямо сейчас, да. Мы еще такого здесь никогда не видели. Речь идет о наших днях. Недавно я разговаривал с одним человеком, и с ним я работаю по вопросам инвестиций и тому подобным. И он сказал, что сейчас самое трудное время со времен Великой депрессии в Америке. Это серьезное время. Да. Это пророчество дано для этого времени. Оно действовало с того момента, как было сказано. Но сейчас настало именно то время, для которого оно было дано, я так считаю. Оно живо. Сейчас оно нужнее, чем в каком-либо году с того момента, когда он сказал это пророчество. Да. Да, грядет финансовый переход в системе этого мира. Финансы долго удерживались в хранилищах нечестивых для последних дней. Но конец близок. Эти хранилища будут вскрыты, и содержимое перелито в Евангелие Иисуса Христа. Глория, это восхитительно. Да будет так, говорит Господь, это произойдет в назначенное время, и да будет так, чтобы исполнилось слово Господне о том, что богатство грешника сберегается для праведного. Это произойдет преимущественно двумя путями. Те, кто копили и откладывали по вдохновению от лукавого и удерживали деньги от Евангелия, будут спасены и приведены в Царство Божье. Они будут спасены и приведены в Царство Божье. Но, говорит он, многие не обратятся. Они не внемлют голосу Слова Божьего. Они будут обращаться то к тому, то к этому, и будут ходить своими путями. Но сейчас их пути не будут работать. Деньги будут течь и ускользать, как из дырявых мешков. Я помню эти слова. Будет утечка то тут, то там. И эти люди будут удивляться, почему сейчас у них не получается. Раньше это работало, будут говорить они. Но произойдет то, говорит Господь, что Слово Божье поднимется среди людей, людей Божьих, мало почитаемых в финансовом мире, которые провозгласят, что Слово Божье принадлежит им, и будут ходить в свете того, что изложено в Слове Божьем, и будут давать. Сначала они будут давать немного,
так как это все, что у них есть. Но затем это будет умножаться, и посредством стократного воздаяния богатства, содержащиеся в прошлом в хранилищах, возвратятся в руки дающего. Благодаря стократному возврату хранилища, нечестивых будут открыты и отданы Евангелию. И вы увидите осуществление того, о чем даже не мечтали. Сначала это утвердится лишь частично, но со временем это будет расти и становиться все больше и больше, пока люди не начнут изумляться, и этот мир не поднимется в благоговейном страхе, потому что пути людей потерпели неудачу, а пути Божьи вышли вперед. Аминь. Как люди ходят в моем слове, так они будут ходить и путями Господними. О да, некоторые скажут, да, но Божьи пути выше, определенно выше наших путей, и мы не можем ходить ими. Это правда, Божьи пути выше, они выше ваших, как небо выше земли. Но я научу вас ходить моими путями. Я никогда не говорил, что вы не можете ходить моими путями. Учитесь ходить ими сейчас. Учитесь давать. Это наша часть работы. Наша часть. Учиться ходить его путями. Я никогда не говорил, что вы не можете ходить моими путями. Учитесь давать. Таким образом произойдет изменение финансовой системы. И таким образом Евангелие Царства Божьего будет проповедоваться по всему миру. Дающие будут ходить сверхъестественными путями. Они будут широко известны. Мое слово распространится, и познание Господа наполнит всю землю в тот день и час, в который вы живете. Вы это увидите и узнаете, так как это от меня, и это исполнится, говорит Господь. Итак, Глория, происходит изменение финансовой системы, и мы сейчас в нем участвуем. И я сейчас думаю, Джордж, как это все уже осуществилось. Слово от Господа, которое ты только что прочитал, то, что мы делаем сегодня здесь, распространяется по всему миру. Эта передача транслируется по всему миру. И есть люди, верящие в эти изменения финансовой системы. У меня от этого мурашки по коже. Я полагаю, Глория, что это выглядит как будто плотина Гувера. Что еще не произошло? Но это изображается так, как если бы плотину прорвало. И вода хлынула. И вся вода, хранилище, в котором была вода, вдруг прорвало бы. Да. Прорвало бы. В каком это пророчестве было сказано, что хранилища нечестивых будут... Это было в этом пророчестве, верно? Да. Да, верно, Джордж, мне это нравится. И посмотрите, в 13 главе притчи сказано... Нечестивым нужно спастись. Да. И тогда они, возможно, смогут сохранить они свои смогут деньги. Они смогут сохранить свои деньги и раздать их. Не знаю наверняка, но это будет хорошее начало. Добрый оставляет наследство и внукам, а богатство грешника... сберегается для праведного. Вот о чем здесь говорится. В расширенном переводе Библии сказано, «Богатство грешника в результате оказывается в руках праведного, для которого оно сберегалось». Глория, мы должны выполнить свою работу. Верно. Это служение должно выполнить свою работу. Церкви по всему миру должны выполнить свою работу, и для этого нужны финансы. А хранилища нечестивых опустошаются и переходят к тем, кому Бог может доверять. Так что происходит переход финансов. Прямо сейчас происходит переход финансов. Скажите, я принимаю это. Я принимаю это. Я верю в это. Я верю в это. Это мое уже сейчас. Это мое уже сейчас. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. И удивительно видеть, что делает Бог. Вот место Писания для вас. В 16 и 17 стихах 28 главы книги Иова в новом переводе сказано. «Если он наберет кучу серебра, как праха, и наготовит одежд, как брение, то он наготовит, а одеваться будет праведник, и серебро получит себе на долю беспорочный». Так что это сохраняется. Вам лучше спастись, лучше родиться свыше. Он делает это для праведного, а Иисус делает нас праведными. В новом живом переводе этого места Писания сказано, у нечестивых людей могут быть куча денег, и они могут хранить горы одежды, но праведный будет носить эту одежду, и невинный разделит эти деньги. В новом живом переводе сказано, нечестивый ложится спать богачом,
но просыпается, чтобы обнаружить, что его богатство исчезло. Какой прекрасный перевод. Но как сказано в синодальном переводе, если он наберет кучу серебра, как праха, и наготовит одежд, как брение, то он наготовит, а одеваться будет праведник, и серебро получит себе на долю беспорочный. Ложится спать богачом, и таким не встанет. Открывает глаза свои, и он уже не тот. Глория, происходит переход финансов. Аллилуйя. Он приближается, он приближается. Именно так Бог работал со мной во время того месяца процветания, который мы проводили в Международной Церкви Eagle Mountain. И мы продолжаем об этом проповедовать. Об этом мы говорим и сейчас, в этом цикле, еще 10 дней процветания. Бог сказал нам устранить все преграды. Он сказал, что мы должны полностью погрузиться в это. Полностью в это погрузиться и рассмотреть все способы процветания, которые Он сделал для нас доступными. И один из этих способов — это переход богатства в это последнее время. Переход богатства в Царство Божье. И богатство может прийти и в ваш дом. Оно может прийти в вашу жизнь. Просто поверьте в это и примите это. Аминь. Я верю, что богатство поступает в наш дом благодаря этому переходу. Это не значит, что вы должны просить богатого человека отдать вам деньги. За этот переход отвечает Бог. Нет, нет. Вера оказывает давление. Да. Мы верим Богу. Да. Лишь на Слово Божие. Мы не давим на людей. Во имя Иисуса. Вот хорошее место Писания. Книга Экклезиаста 2:26. «Ибо человека, который добр пред лицом его, или который угоден Богу...» Я знаю, Глория, что вы угодны Богу, что вы с Кеннетом угодны Богу. Слава Богу. Угождать Богу — это желание нашего сердца. Но послушайте, что принадлежит нам с вами, как угождающим Богу? «Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божьим». Какой замечательный перевод. Я хочу угождать Богу. Я тоже. Я хочу угождать Богу. В новом живом переводе сказано, если грешник становится богатым, Бог забирает это богатство и отдает тому, кто ему угождает. Поэтому мы должны быть теми, кто угождает Богу. А как ты угождаешь Господу? Я угождаю Господу. Да. Я хожу верой. Ты повинуешься Слову я хожу Божьему в любви. И делаешь то, что я говорит Бог. Я повинуюсь Слову Божьему и делаю то, что говорит Бог. И ходишь в любви. Верно, чтобы угождать Ему. Вот еще одно место Писания. 8 стих 28 главы книги Притчи. Доход от высоких процентов в результате окажется в кармане у того, кто добр к бедным. Лучше не платить проценты, а... Получать взимаемые проценты. Получать проценты от Бога. Аллилуйя. И вот это место Писания привело меня в восторг, Глория. Я подумал о вас, когда недавно нашел это место Писания. Хорошо. Это 104-й псалом. И в нем говорится о сынах Израилевых, когда они покидали Египет. Мы можем видеть, как там произошел этот переход богатства. О, большой переход богатства. Переход богатства из Египта к сынам Израилевым. Я изучал это в книге Техилим. Еврейских комментариев. Да. Послушайте это. 37 стих 104-го псалма. Это синодальный перевод Библии. Там сказано: «И вывел израильтян серебром и золотом, и не было в коленах их болящего». Когда мы читали это местописание раньше, мы справедливо полагали, что слово «болящего» означало, что среди них не было ни одного больного. Да, это было сверхъестественное исцеление. Я очень ценю Сесиль Блаун-Демиль за фильм «Десять заповедей». Да. Но в этом фильме есть сцена, когда израильтяне покидают Египет. Да, там один хромает, люди его несут. Нет, такого не было. Они были исцелены. Ни одного болящего. Но послушайте, Глория. Сесиль просто забыл почитать Библию. На иврите слово «болящий» также означает, что не было ни одного бедного. Бедняка. В коленах их. Слово «болящий» на иврите. Разве это слово не здорово? «Нищий», «бедный». Слава Богу. Я нашел в словаре слово «нищий». И там сказано «чрезвычайно бедный человек». Человек без средств к существованию. Нищий, который зависит от помощи из социальных или благотворительных организаций. Не было ни одного такого человека. Среди них не было ни одного нищего.
Я прочитал это в комментариях, в Техилиме. Это здорово, мне это нравится. И вот что мне как-то сказали. Однажды, одна женщина в нашей церкви, которая работает с нами, совершала причастие и читала эти комментарии, и меня удивило, поскольку она отталкивалась от материалов, от данных во время этого изучения. Но я получил эту информацию от нее. Вот о чем учил раввин Елизар Великий. Вот о чем он учил. «Самый скромный из сынов Израилевых, покидая Египет, вывел 90 ослов, груженных серебром и золотом». Вот это да! Я никогда об этом только не слышал. Только представьте себе это. Мне это нравится, я это представляю. Елизар Великий. Это раввин, передающий в этих комментариях их традиционное учение. Говорит, что каждый из них вышел из Египта с 90 ослами, груженными... Каждый из них. Каждый из них. Каждый из них. Вы это себе представляете? Представляете? Я представляю. Я понимаю, да. Это потрясающе, Джордж. Мне это нравится. И насколько больше мы должны ходить в этом? Да, мы были искуплены от проклятия нищеты. Нищеты. Аллилуйя. А теперь послушайте это. Это превосходно. Вот что он сказал. Я бы говорил об этом целый день. Давайте ненадолго остановимся это на нравится. Этом. Итак, в их коленах не было ни одного нищего, ни одного крайне бедного человека. Если до этого они были бедными, то теперь они уже не были такими. Почему? Да. Потому что произошел переход богатства. И я думаю о том, откуда они вышли. Они были рабами. Да, они были рабами. И вдруг... Проклятие было разрушено. Проклятие было разрушено. Проклятие нищеты было разрушено. Не было ни одного человека без средств к существованию. Не было ни одного нуждающегося. Мне это было интересно, я прочитал это в словаре Вебстера. Там не было ни одного нищего, который зависел бы от помощи из социальных или благотворительных организаций. Именно так мы должны жить, полагаясь на Бога. И посмотрите на номер три. Мы должны так жить, Джордж. Что написал раввин Елизар? Нищий — это обедневший человек, оступившийся и упавший со своего первоначального финансового положения. Он обеднел. Ни одного еврея, покинувшего Египет тогда, нельзя описать как нищего, потому что они все обогатились благодаря имуществу их угнетателей. Послушайте, переход они богатства. Работали на них? Те им задолжали? Они их им задолжали за долгий им задолжали. Период. Они им задолжали уже давно, но никто не вышел нищим оттуда. Никто. И такова воля Божья для нас. Где эти слова раввина? Давайте послушаем, что он говорит. Его звали раввин Елизар Великий. Я понимаю, почему. Я не уверен в произношении. Ибн Яхве из Форно. Вот когда нужна Билли Брим. Так вот, описывает нищего, как человека, чье здоровье ухудшается, пока он не начинает спотыкаться и вынужден опираться на палку. Когда евреи покинули Египет, произошло чудо. Среди них не было ни одного человека, больного или слабого. Когда они вышли из Египта, не было ни одного нищего. Они не были больны, они не были бедны. И это было великое обогащение и великое исцеление. Богом. И произошел переход богатства. Да. И это картина, изображающая нас. Это изображает нас. Мы освободились из Египта. В Новом Завете мы были перемещены из царства тьмы в царство Сына Божьего Возлюбленного, царство света. Перемещены, когда родились свыше. Мы просто покинули царство тьмы. По сути, мы покинули его с 90 ослами, нагруженными серебром и золотом. Верно, мы могли об этом не знать. Да. Нам нужно было, об этом узнать. Но мы это узнали. И всем следует об этом узнать, слава Богу. Нам нужно лишь обратиться к Слову Божьему и увидеть, что Он об этом говорит. Это потрясающе, мне это изображает нравится. Тот великий переход богатства к нам, Глория. И необходимо активно верить Богу и высвобождать свою веру относительно этого перехода богатства. Он уже идет. Нам нужно принять это. Нам нужно принять его. Иисус сказал, о чем бы вы ни верили. Верьте, что получаете, когда молитесь, да. И вы это получите. И знаете, слово «получить» в данном случае означает «взять». Вы это знали? Оно означает «взять».
ухватить за такой хваткой, чтобы ее невозможно было разорвать. Давайте сделаем это сегодня. Давайте это сделаем. Давайте это сделаем прямо сейчас. Давайте сделаем это. Хорошо, сделай это. Да. Я соглашусь с тобой. Приготовьтесь, это серьезное дело. Мы будем брать благословение, которое уже нам принадлежит. Да. Мы примем его. Как сказал Иисус. Мы не крадем это у людей. Нет. В Слове Божьем сказано, богатство грешника сберегается для праведного. В конечном счете, оно найдет свой путь к нашему дому. Это уже происходит. Сегодня будет хороший Сегодня день. Сегодня будет хороший день, чтобы принять этот переход богатства. Отец Небесный, спасибо, Отец. Во имя Господа Иисуса Христа, о, слава мы Богу. Стоим на основании слова, которое Ты дал да. через Чарльза Кэпса. Мы стоим спасибо, на основании слова Иисус. Божьего, дающего нам преимущество, перехода богатства, богатство грешника, которое сберегается для праведного. Отец Небесный, столько еще всего нужно сделать Царству да, Божьему. Господь. И еще столько всего нужно проповедовать Царству Божьему. Господь, мы принимаем это прямо сейчас. Мы принимаем это в дом веры. Да. Вы примите это в ваш дом. А если вы будете верить в это, примите это и ухватите за это такой хваткой, да. которую нельзя разжать. Вы обнаружите, что этот переход богатства придет в ваш дом. Но очень внимательно относитесь к тому, что Бог говорит вам с этим делать. И мы будем очень внимательны, Глория. Да. Мы будем делать точности то, к чему призвал нас Бог. И послушайте вот что. Прежде чем мы закончим. 104 Псалом, 43 стих. Вот что происходит. Здесь сказано, «И вывел народ свой в радости, избранных своих в веселье». В Техилиме сказано, «Бог не только нагрузил их седла материальным богатством, Он наполнил их сердца духовным богатством. Спасенные пожали богатый урожай веры, большее количество чудес, которые они увидели. Он наполнил их сердца миртом, а уста песнями». Это изображает нас. Мы слава радуемся Богу. В эти времена. Слава Потрясающе. Богу! Я это принимаю во имя Цветания. И каждый из этих посланий нам очень помогает. Развивает нашу веру. Да, верно. Увеличивает нашу способность. И нужно обновлять свой ум относительно да. этого. Именно это и делает Слово Божье. Оно увеличивает вашу способность принимать силу Божью. Будь да. то в исцелении, в финансовых вопросах, в своей семье. Когда вы верите о своей семье, удачно сказано, это увеличивает вашу способность принимать. Слово Божье увеличивает вашу способность принимать. Оно начнет влиять на вас. Оно будет менять ваше мышление. И у нас это должно да, быть уже вот сейчас. Сейчас произойти. Этот критический момент в жизни нашей страны, в нашей экономике. И мы должны быть зрелыми в этих сферах, чтобы осуществить план, который Бог для нас приготовил. Мы должны процветать. Должны процветать. Верно. Как мы должны быть исцеленными и целостными, так мы должны и процветать. Аминь. Итак, сегодня четвертый день. Четвертый день еще 10 дней процветания. Хорошо. И сегодня мы поговорим о сверхъестественном умножении и увеличении. Человек пытается добиться умножения с помощью труда. Но есть сверхъестественное умножение и сверхъестественное увеличение, которым мы оперируем в системе Царства Божьего. И однажды я взял слово «сверхъестественный» и разбил его на простые составляющие. «Сверх» означает «выше» и «больше». Естественный, конечно же, принадлежащий к этому да. миру. То есть то, о чем да, мы здесь хорошо. Говорим. «Выше» и «больше» естественного да. течения событий этого мира. Именно поэтому мы не подвержены влиянию этого времени. Именно поэтому при одинаковых окружающих нас условиях мы можем иметь разные да. результаты. И именно поэтому да. мы процветаем, а не просто выживаем. И мы с тобой не говорим о том, что мы не пережили сами. Да. Мы начинали, не имея ничего. Мы начинали, нуждаясь в помощи. Совершенно мы верно. Были глубоко в долгах, когда узнали о вере в Слово Божье. И вы с Кеннетом. Но мы не остались в том положении. Вы научили нас, Терри, процветать. А мы, в свою очередь, научили процветать Джереми и Обри, наших да. детей. И теперь у Джереми и Обри есть возможность учить дочь Обри Айли и сына Джереми Джастиса. Да. Они начали это заранее. Мы начали разговаривать с ними, когда они были еще в утробе матери. Так что они начали узнавать все это заранее. Да. Сверхъестественное умножение и увеличение. Аминь. Давайте откроем 118-й псалом. Нет, скорее 113-й псалом. 113-й псалом, 20 стих. Давайте прочитаем это. Какое замечательное местописание. Господь помнит нас, благословляет нас. Это правда? Господь помнит нас, благословляет да. нас. Благословляет дом Израилев.
Благословляет дома Ааронов. Благословляет боящихся Господа. Малых с великими. Да приложит вам Господь более и более вам и детям вашим. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Да. Сегодня мы сосредоточимся на этом месте Писания, на 22 стихе. Да приложит вам Господь более и более вам и детям вашим. И вы это передаете, не да, так ли? Да, вы это передаете. Это переходит от одного поколения к следующему. Мы видим, как благословлены наши дети, и мы видим, как благословлены дети наших детей. И Бог дает нам умножение. В этом и заключается воля Божья. Дать вам сверхъестественное умножение и увеличение посеянного вами семени. Я провел небольшое изучение вот этой фразы. «Да приложит вам Господь более и более». И на иврите вся эта фраза «Да приложит вам более и более» является одним словом, которое имеет одно значение. На иврите это означает просто продолжать прибавлять сверх того и еще больше. Нам прибавляется сверх того и еще больше. Мы испытываем умножение Божье. Мы переживаем умножение, и Бог продолжает прибавлять нам сверх того и еще больше. Это восхитительно. Это есть в моих заметках? Могу я использовать это в проповедях? Вы можете это использовать, можете это взять. Проповедуйте об этом. Я бы хотела, чтобы все услышали проповедь об этом. Вы можете использовать все эти места Писания в проповеди. Здесь есть еще и еще. Я и не знала. Мне это нравится. Я только что размышлял над тем фактом, что в Боге заключается наше сверхъестественное умножение. То, что мы испытываем умножение, сверхъестественным образом, даже во время экономического стресса. Мы испытываем умножение. Я точно не знаю, как это происходит, но я заявляю это над своими инвестициями и вложениями. У нас в Терри есть инвестиции. Я заявляю над моими инвестициями, что они сверхъестественным образом умножаются и увеличиваются. И нас может подбадривать то, что мы видим, как Бог сверхъестественным образом дал нам приумножение из того положения, в котором мы когда-то были. Это было огромное чудо — вывести нас из долгов и поставить нас на процветающей стороне жизни. Знаете, Глория, когда я появился здесь, в служении, когда я начал работать, это был 1976 год, служению было 9 лет, и оно располагалось на озере Арлингтон. Джордж, мы преуспели с того времени, как ты здесь появился. 9 лет, в штате было где-то 12 человек. Да. Именно об этом я говорю. Каждый раз, когда появляется возможность пасть духом, по финансовой или какой-либо другой причине, я смотрю на то, в каком положении мы были тогда. Да. И я вижу, в каком положении мы находимся сейчас. Бог сверхъестественным образом умножил это служение. Недавно мы были в кафе, в административном корпусе. И я проводил собрание для новообращенных, которое мы проводим в воскресенье утром. И та часть здания похожа на то здание, в котором мы были тогда, на озере Арлингтон, когда служение было всего 9 лет. Окна выходили на озеро. Я стоял там и служил тем людям, но в моей голове на заднем плане крутилась мысль. Да. Весь тот офис поместился бы в этом кафе. Посмотрите, что сделал Господь. Он сверхъестественным образом приумножил и увеличил это служение. Не только территорию, на которой оно расположено, здания и офисы по всему миру, но и способность проповедовать Слово Божье так, как мы с вами это делаем прямо сейчас. По всему миру. Боже мой, вы когда-нибудь думали об этом, когда были тогда в Талсе? Не совсем. Когда вы были, как говорит Кеннет, в том крохотном домишке? Бог дал умножение. Но это еще не конец. Он будет продолжать давать умножение. Да. Давайте рассмотрим еще несколько мест Писания. 66-й Псалом 6 по 8 стихи. «Да восхвалят тебя народы, Боже! Да восхвалят тебя народы все! Земля дала плод свой! Да благословит нас Бог! Бог наш! Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли!» И здесь также сказано, что когда мы восхваляем Его и благодарим Его за то, что Он совершил, эта земля даст свой плод, или, как сказано в оригинальном переводе, даст умножение. Аминь. Что вы делаете, восхваляя? Вы говорите о Боге что-то хорошее. Да.
Вы говорите, какой он потрясающий, какой он великий. Вы говорите то, что говорит Отец, он. Отец, благодарю тебя во имя Иисуса за то, как ты благословляешь нас, и как ты сверхъестественным образом даешь нам умножение. За то, как ты взял нас из нашего униженного состояния и поднял нас на высоты. Я славлю тебя за это, Господь. Аллилуйя. Вот что я делаю. Превосходно. Вот что я делаю. Посмотрите сюда, Глория. В другом переводе этого местописания сказано, «Ты отмечаешь нас благословениями». О, Боже! Ты отмечаешь нас благословениями. Мы отмечены. Да. Для процветания. Мы отмечены для процветания. Для успеха. Да. Для избытка. Да. Для исцеления. Да. Благословения, приумножения, мира. Мы наблюдали это на протяжении многих лет. Мы узнали, что раньше люди подвергались гонениям за проповедь о рождении свыше, о спасении. Но теперь мы это приняли. Раньше люди подвергались гонениям за проповедь об исцелении. Но теперь мы это приняли. И знаете, однажды Кеннет сказал это и обратил на это внимание. Я услышала, как людей преследовали и подвергали гонениям за учение об избытке. Да. Но знаете, люди, которые нас не критикуют, действительно в этом нуждаются. Они действительно в отчаянном положении. Они считают это хорошей новостью. И это хорошая новость для них. Я тоже подумала, что это хорошая новость, потому что я была в отчаянном положении. У людей серьезные неприятности, Глория. Да. И на что я обратил внимание, так это на случай лишения права выкупа заложенного имущества. Никогда еще в истории этой страны не было такого количества случаев лишения права выкупа. И, возможно, сейчас нас смотрят люди, которым угрожает лишение этого права. И вы должны знать следующее. Вы должны знать, что Бог хочет дать вам умножение. Что это входит в Его план, и это Его цель. Дать вам умножение, чтобы вы не потеряли свои деньги, а перешли на следующий уровень. И знаете, Глория, всякий раз думая о тех случаях, когда лишает права выкупа, это не просто дома возвращаются к банкам. Это семьи, которых выселяют. Эти люди борются за жизнь, не имея работы, не имея дома. Господь хочет дать умножение. Мы отмечены для благословения. Мы отмечены благословением. Мы отмечены, аллилуйя. Мне нравится 13 стих 84-го псалма. Здесь написано. «И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой». Или же умножение. Глория, наша земля представляет все, что делаем мы. Да. Ваша земля, наша земля. Это проповедь Евангелия. И наша земля дает плод свой. Умножение. Возможно, кто-то из наших телезрителей занимается продажей недвижимости. Их земля дает свой плод. Это сверхъестественное умножение. Это хорошее местописание, если вы продаете участок земли, не так ли? Верно. Это хорошо. И земля наша даст плод свой. Умножение. Мы получим высшую цену за нашу землю. Посмотрите на это местописание. 26 глава книги Левит, 4 стих. «То я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастание свои, и дерева полевые дадут плод свой». Умножение. Мне нравится, как сказано об этом в 9 стихе 26 главы книги Левит в расширенном переводе Библии. Вам это тоже понравится. «Презрю на вас с благоволением, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами». Слава Богу! Аллилуйя! В любой экономической системе. Да, в любой экономической это системе. Это слово Божье. Совершенно верно, Глория, вы правы. Слово Божье не зависит от экономики. Нет. Разве это не хорошая новость? Наше благословение приходит с небес. И оно... Какое подходящее слово? Оно проявляется на земле, оно влияет на землю. Но оно приходит с небес. Оно сходит с небес. А земля должна реагировать. Бог дает умножение. Он дает умножение. И Он сказал, «Я презрю на вас с благоволением и плодородными сделаю вас». Я это плодородными сделаю вас. Аллилуйя. Вот что Он нам говорит. И мы это принимаем. И Он говорит это вам прямо сейчас. Он сделает вас плодородными. Считайте себя плодородными. Аллилуйя. Знаете, Глория, это возвращает нас к первоначальному намерению. Первоначальному намерению Бога, которое мы можем видеть в книге Бытия. Конечно, Кеннет уже много лет учит нас о благословении, что первые слова, которые услышал человек, были словами благословения. И проговорив к человеку, Бог сделал его плодородным. Он сделал его процветающим. Он проговорил это в него и на него. Да. Да. Мы в этом ходим. Сверхъестественное умножение работает в моей жизни. Оно работает в вашей жизни. Но его нужно принять. Да. Адам и Ева не держались этого. Они но мы его должны упустили. Его принять. И не упускать его.
И мы переживаем умножение. Мы испытываем его. Давайте немного поговорим об этом. Почему у нас есть это преимущество? Истинное значение процветания. Истинное процветание заключается в возможности использовать силу Божью для восполнения нужд человечества в духе, душе и теле, в финансовом и социальном плане. Так Кеннет объясняет значение истинного процветания. И цель нашего умножения, моя мотивация в накоплении, заключается в том, чтобы давать. Умножение в нашей жизни для того, чтобы быть тем благословением, каким Бог призвал нас быть. Быть благословением. Чем больше вы раздаете, что происходит, тем больше вы получаете. Тем больше приумножения вы имеете. Это замечательный план. Это прекрасный план. В книге притчи сказано, кто напояет других, тот и сам напоен будет. Верно. Слава и Богу. Умножение работает, оно действует. Да. Оно на нас. Постоянно. И я объявляю перед телезрителями, которые нас сейчас смотрят. Я объявляю над вами сверхъестественное умножение, увеличение Божье. Все счета оплачены. Да. Все счета оплачены. Мы это принимаем. Все нужды восполнены. Все нужды восполнены. Все долги ликвидированы. Все долги ликвидированы. И отменены. И остается больше, чем достаточно. Избыток. Слишком много. Избыток. Избыток. Это и есть сверхъестественное умножение Божье. Вот что делает Бог. Он Бог умножения. Книга Бытия, 26 глава, с 12 по 14 стихи. Вот что Бог сделал для Исаака. Исаак был человеком умножения Божьего. В новом живом переводе сказано, «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год в 100 раз больше того, что он посадил. Так благословил его Господь. И стал он очень богатым человеком, и его богатство продолжало расти». Какой замечательный Правда перевод. Хорошо? У него было столько стад овец, коз, стад крупного скота и слуг, что филистимляне начали завидовать ему. Люди в этом мире начали завидовать ему. Посмотрите на этот пример. Посмотрите на Исаака. 26 глава книги Бытия. Исаак. Глория изучала этот пример снова, снова и снова. В свете того, что происходит сейчас в нашей экономике. В той земле тогда был голод. Голод. Да. И в Библии сказано, и у меня сейчас нет этого места писания, но там сказано, что праведный посмеется над голодом. Я забыла это место. Оно замечательное. Есть еще несколько мест писания об этом. Но умножение Божье работало в жизни Исаака, несмотря на всю ту тяжелую экономическую ситуацию, которая окружала его. Оно работает. Умножение Божье работает. Божья экономика работает независимо от естественной экономики. Как говорит Кеннет, когда вы отделяете себя от вавилонской системы этого мира и переходите в систему Царства Божьего, тогда это духовное, сверхъестественное умножение и увеличение работает в вашу пользу. В этой вавилонской системе вы платите людям, я имею в виду проценты, вы платите людям, чтобы они вам помогли. А в Божьей системе вы верите и доверяете Ему. И Он вам помогает. Да. Абсолютно верно. И Он не берет с вас проценты. Да. Он не делает вас рабами долга. Прибыль. Он благословляет вас. Сверхъестественная прибыль работает внутри нас. Мы должны в первую очередь видеть себя процветающими внутри. Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Так что это начинается внутри. Но чем больше вы это говорите, тем больше вы в это верите. А чем больше вы принимаете это, размышляете над этим, тем больше увеличивается ваша способность. Представляйте себя уже с этим. Примите это. Если у вас вот такая гора счетов, которые вы не можете оплатить, и вы читаете место Писания о том, что Бог мой даст вам приумножение, Он восполнит ваши нужды просто по богатству своему, во славе Христом Иисусом, не согласно происходящему здесь, сейчас, вы уже представляете себе с Глория, Бог этим. Каждый день дает нам преимущество. Аминь. Мы верим об этом урожае Божьем, о сверхъестественном урожае от нашего посеянного семени. Нам преимущество. И некоторые допускают большую ошибку, говоря, полагаю, мое даяние не работает, наверное, это сеяние не работает. Но Бог поругаем не бывает, не обманывайтесь. Что посеет человек, что посеет человек, то
что посеет, и пожнет. Мы воспринимали это с отрицательной стороны. Что посеешь, то и пожнешь. Да, это Но примите это с положительной стороны. Что посеешь, то и пожнешь. С 2007 года миссия Кеннета Копланда посеяла более 40 миллионов долларов. С какого года? С 2007. Мы пожинаем. Это большое семя, Глория. Это большое семя. Это большое семя. Это большой урожай. Несколько недель назад я звонил в нашу бухгалтерию. Я хотел знать это, поскольку я призываю урожай Божий. Я запросил сведения с 2007 года. И мне сказали, что с 2007 года было посеяно 40 миллионов долларов. Это потрясающе, Джордж. Поэтому, Глория, я верю. Аминь, я соглашаюсь с тобой. Я верю о сверхъестественном урожае. Обратись к нашим партнерам и скажи им верить вместе с нами. Они помогали нам в этом. Абсолютно верно. И сейчас для них приготовлено их приумножение. И сверхъестественное увеличение. Сверхъестественное. Бог умножает посеянное семя. Слава Богу. И знаете, мы говорим об Иове. Это потрясающе. О крайней нищете. Я уже чувствую себя богаче. У вас происходит умножение. У нас происходит умножение, даже когда мы сидим здесь. Наша вера приумножается, чтобы принимать. Происходит умножение. Аминь. Бог умножение на Аллилуйя. Нас. У Иова было умножение. 12 стих 42 главы книги Иова. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц. Наверное, соседи говорили, что Иов делает с 6000 верблюдов. Ведь можно ездить только на одном верблюде за один раз. Но Бог на это смотрит не так. Он Бог умножения. Так на это смотрят люди. Он Бог умножения. Ему нравится давать нам приумножение. Разве это не потрясающе? Я прочитаю следующее. У меня осталась еще одна минута. Хорошо. Говорю. Переверните страницу на 10 стих 9 главы 2 послания Коринфянам. Бог дает семя сеющему и хлеб пищу. Таким же образом Он обеспечит обилие посеянному вами и умножит в вас плоды щедрости, как сказано в одном семя из переводов. Семя сеющему, ведь так сказано в этом переводе? Семя сеющему, и он умножает это семя. Да. И в последние секунды позвольте мне дать вам бонусное местописание. Хорошо, дай его. Притчи 9.11. «Потому что через меня умножатся дни твои, и прибавится тебе лет жизни». Вы будете жить долго и наслаждаться Через жизнью. Несколько дней мы будем рассматривать местописание, в котором сказано, что он дает вам процветание и здоровье. Чтобы вы наслаждались этим. Мне это нравится, я это не пропущу. Это из книги Экклесиастов. И как сказал мне Господь, я хочу, чтобы ты созидал веру людей, проповедуя им Слово Божье о процветании. Аминь. В нашей церкви. И знаете, Глория, ты получаешь то, о чем проповедуешь. В нашей церкви мы обнаружили, что к нам приходит дополнительный доход. Слава Богу. Люди присылают пожертвования, сверхобычных пожертвований, которые мы получаем. И это даже среди того, что люди называют экономическим спадом. Мы процветаем. Мы цветем. Да. Аминь. Мы переживаем умножение и расширение. Но есть нечто очень важное, что мы должны понять, и всегда на этом сосредотачивать свой взгляд, что Бог является нашим сверхъестественным обеспечителем. Да. Он наш источник. Наш источник. Он самый главный источник. А мы сыновья источника, как кто-то сказал. Мы сыновья источника. Сыновья источника. Аллилуйя. Да, сыновья источника. По-моему, так сказал Марк Томас. И сегодня я хочу, чтобы мы посмотрели в самое начало. 22 главу книги Бытия. Иегова Ира. Кит Мур говорит, что именно такое произношение правильное. Иегова Ира. Так что следует говорить так. Иегова Ира — это наш сверхъестественный обеспечитель. И в этом цикле передач, между прочим, эти передачи доступны вам на нашем сайте kcm.org.ua. Посетите наш сайт и найдите эти передачи. И вы увидите нас в горе, улыбающихся. Зрители могут посмотреть эти передачи в любое время. Загрузите эти передачи себе на компьютер. Постараюсь, рекомендую вам провести в вашей церкви месяц процветания. Или два месяца. Если вы испытываете в церкви финансовые трудности, не давите на людей. Потому что именно это делают некоторые пастора и служители. Знаете что? За все эти годы, и это прекрасно, за все эти годы, которые я наблюдал за вами с Кеннетом, вы никогда не давили на людей. Вы оказывали это давление на Слово Божье. Мы сыновья источника. Да, мы сыновья источника. Слава Богу, Бог Слава наш Богу. Источник. Слава Богу, наш сверхъестественный обеспечитель. Он да. наш обеспечитель. Мы должны усвоить это внутри себя. Что Бог наш обеспечитель.
Когда мужья и жены ведут дома разговор о недостатке, то прямо посреди этого разговора вы должны посмотреть друг на друга и сказать: «Бог — наш источник. Он наш сверхъестественный обеспечитель». Сверхъестественное обеспечение. Как я уже говорил раньше, сверхъестественное означает запредельно выше. Вот откуда это приходит. Оно приходит из более высокого места. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов. Откуда взялись все эти перепела? Бог послал их, как дождь, с небес. В Ветхом Завете. Бог был обеспечителем. Он укрывал их. Да, верно. Они ели перепелов. Они ели перепелов и наслаждались этим каждый день. Да. А откуда взялась манна? Она пришла от нашего сверхъестественного обеспечителя. Слава Богу! И Глория — это одно из имен Бога. Было бы очень хорошо провести учение об именах Бога, чтобы знать, кто Он. И одно из Его имен — это Иегова Ира. Сверхъестественный обеспечитель. Откуда это? Сверхъестественный. Если мы откроем 22 главу книги Бытия, мы узнаем, что Авраам принес жертву Исаака. И в 7 стихе можно читать. «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой». Он отвечал: «Вот я, сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова. Где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». Да. Аллилуйя. Знаете, Глория, мы должны говорить это друг другу. Глория, Бог сам обеспечит, что нам нужно в этом служении. Совершенно верно. И это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Что это значит? Это значит, что это неестественно. Это не в естественном мире. Вы не можете к этому прикоснуться или объяснить это. Вы не должны знать, откуда это приходит. Сверхъестественное описано в 3 главе послания к Ефесянам. Это несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. А вот что такое сверхъестественное. Это Бог в действии. Это Бог в действии. Слава Богу. И Дух Святой может распутать любую неразбериху, в которую вы попали в финансовом плане. Да. Спроси меня, откуда я это знаю. Он сделал это для вас. Он сделал это для нас. Он сделал это для нас. Он сделал это для очень многих людей. Я говорю, что Кеннет, наверное, одалживал деньги даже на свой трехколесный велосипед. Вы думаете, у меня хватило ума спросить: «Кеннет, а сколько денег ты задолжал, прежде чем я согласилась выйти за него замуж?» Он сделал мне предложение на первом же свидании, и знаете, что я сказала? «Ладно». Это правда? Да. Я не спросила, а оплачены ли твои счета? Нет. Но Бог вывел нас из этого, аллилуйя. Но Бог это сделал. Глория, мы видим это снова и снова. Я помню, когда я работал у вас с Кеннетом в служении как исполнительный директор, это было в 1989 году. Это было трудное время. Тогда нам не хватало 6 миллионов долларов. О, ты пришел. Да, это был 1989 год. В том году мы начали транслировать ежедневные передачи по телевидению, и нехватка финансов выросла до 6 миллионов долларов. И подходил конец года, я знаю, что вы с Кеннетом молились. И во всем нашем служении мы уповали на нашего сверхъестественного обеспечителя. Да, верно. В декабре 1989 года, я так четко это помню, ручаешь, Господь проговорил ко мне и сказал: «Собирай сотрудников каждый день, каждое утро». И мы просто прославляли Бога за Его сверхъестественное обеспечение. Мы, как команда, собирались вместе и прославляли Бога. И по бумагам, по документам выглядело так, что на это уйдет от 1,5 до 2 лет, чтобы покрыть этот недостаток. Глория, как вы помните, мы вступили в 1990, и все счета были полностью оплачены к маю 1990 года, а телевизионные счета были оплачены 7 июля в 9 утра. Аллилуйя! В то утро Джен пришел ко мне в кабинет с чеком, и это означало, что это последняя выплата. Глория, это было сверхъестественно. Я не знаю, как это произошло. Это было сверхъестественно? Это было сверхъестественно. Бог сверхъестественным образом устранил то, что мы были должны, и сверхъестественно обеспечил тем, в чем мы нуждались. Слава Богу! И то же самое произошло и здесь, в этой истории с Авраамом и Исааком. Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца». И нам нужно говорить это друг другу. То же самое произошло с хлебами и рыбами. Это было сверхъестественное чудо, и мы должны говорить об этом друг другу. Бог обеспечит. Да. Вы должны говорить это своим семьям, своим детям. Себе самим. Себе самим.
Джордж, Бог обеспечит. Это хорошо. Он обеспечит. Мы видели это не один раз. Глория, я хотел рассказать об этом раньше. Что в тот месяц, когда я начал проповедовать это послание в церкви, в первую же неделю мы получили чек на 32 тысячи долларов, который пришел по почте. По почте? По почте. Слава Богу. Я ошибся, когда, посмотрев на этот чек, сказал про себя: «Слава Богу, это очень большой чек для одного месяца». На следующий день пришел еще один чек на 14 тысяч долларов. И на следующей неделе еще один на 20 тысяч. Слава Богу. А на следующей неделе еще один на 30 тысяч. Сверхъестественное приумножение. А в последний день сентября пришел еще один чек на 30 тысяч долларов. Сверхъестественное проявление. Сверхъестественное. Когда что-то кажется невозможным, сверхъестественный обеспечитель обеспечит это посреди невозможных обстоятельств. Итак, в 9 стихе сказано: «И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: „Авраам, Авраам“, он сказал: „Вот я“. Ангел сказал: „Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына своего единственного твоего для меня“. И возвел Авраам очи свои». Знаете, Глория, мы должны это делать. Мы должны возводить свои очи. Мы должны возводить очи нашей веры. Отводить их от телевизора. А отводить их от естественного мира. Мира. И возвел Авраам очи свои и увидел. И вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ира. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. Бог-обеспечитель. Иегова Ира буквально означает «Господь обеспечит». Да. И он так назвал это место. Имя. И нам тоже нужно так называть наши места. Да, верно. Нам нужно так называть наши дома, нашу жизнь, наше служение, Господь наши церкви. Господь обеспечит. Всякий раз, когда Господь у вас будет обеспечит. Возникать мысль, что мне делать, Господь обеспечит. Что Господь с нами обеспечит. Будет? Господь обеспечит. Обеспечит. Как мы выберемся из долгов? Что мы будем Господь делать? Господь обеспечит. Господь обеспечит. Что произойдет в будущем? Господь обеспечит. Господь обеспечит. Как мы выберемся из этой сложной ситуации? Господь, Господь обеспечит. Он наш сверхъестественный обеспечитель. И Он живет внутри нас. Мы определенно это испытали. Внутри нас живет тот, кто аннулирует долги. Аллилуйя. Слава Богу. Иисус сказал в 4 главе Евангелия от Луки: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, нищим. Проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». То есть год Божьего освобождения от долгов. Он сказал: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». У нас с вами внутри живет тот, кто аннулирует долги. Внутри нас живет обеспечитель. Мы занимаем сильную позицию. Да. Возможно, кто-то смотрит на свой банковский счет и думает: «Я обречен». Нет, если внутри вас живет обеспечитель, вы занимаете сильное положение. В 28 главе книги Второзакония сказано, что Бог провозглашает благословение над нашими кладовыми. Так что Он — наш обеспечитель. И в обычном переводе Библии здесь сказано: «И нарек Авраам имя место тому Иегова Ира, посему и ныне говорится: на горе Иегову усмотрится». И еще один перевод этого имени Иегова Ира — усмотрится. Как мы сейчас говорим? Все, в чем вы нуждаетесь, будет видно, проявится. Аминь. В другом переводе сказано: Авраам назвал это место «Господь обеспечит». И даже сейчас люди говорят: на горе Господне это будет обеспечено. Слава Богу. И я начал искать одно место Писания за другим, одно за другим. Давайте прочитаем Хорошо. Некоторые из них. Книга Леви, 26 глава, 4 и 5 стихи. А затем 9 и 10. «Я дам вам
Здесь ключевое слово «я», то есть «Бог». Именно на этом мы сегодня делаем акцент, Глория. Хорошо. Он наш сверхъестественный обеспечитель. Я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой, и молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, собирание винограда будет достигать посева, и будет есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Презрю на вас благоволением. Не правда ли хорошо? Я презрю на вас. Приблизьтесь к Богу, и Он, сверхъестественный обеспечитель, приблизится к вам. Он презрит на вас благоволением. Разве это не замечательно? Он сделает вас плодородными, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. И будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового. Аллилуйя! Это потрясающе! В новом живом переводе Библии, 10 стихе сказано, «У вас будет такой избыток в урожае, что вам придется избавиться от остатков урожая с прошлого года, чтобы освободить место для нового урожая». Это сверхъестественный обеспечитель. Слава Богу! Никакого недостатка. Никакого недостатка. И мне это нравится. Если вы посмотрите 28 главу книги Второзакония. «Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих». Что вы складываете в кладовых? Вы складываете там то, что вам не нужно сегодня. Это хорошо. Вы кладете это в кладовую, то есть у вас всего много. Но мы не копим это. Мы послушны, делая то, что говорит нам Бог. И Он благословит. Он благословит. Он благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе, и даст тебе Господь изобилие во всех благах. Глория, читая 28 главу книги Второзакония, мы должны делать акцент на слове «Он», «Бог», «Он» ваш сверхъестественный обеспечитель. Аминь. Он даст тебе изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, и в плоде скота твоего, и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Будешь давать взаймы многим народам. Он наш сверхъестественный обеспечитель. Вам не нужно брать в долг, слава Богу. Это хорошая новость. Разве это не замечательно? Это сильно. Хорошо сказано в 8 стихе 2 главы 1 книги Царств. «Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего». В новом живом переводе Библии сказано «из мусорной ямы». Разве это не впечатляет? «Посаждая с вельможами, и престол славы дает им в наследие». Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Это замечательно. Он поднимает нас. Вы рассказывали о том, как вы с Кеннетом приехали в Талсу много-много лет назад, о том положении, да, в котором вы были. Но да, Бог поднял вас. И Он до сих пор это поднял, делает. Поднял, не так ли? И Он остается с вами. Не имеет значения, сколько времени вы пребываете в этом, сколько вы ходите с Господом. Если вы будете продолжать ходить в вере, делая то, что говорит Он вы будете продолжать испытывать приумножение все больше и больше. Все больше и больше. Почему? Потому что Он наш сверхъестественный обеспечитель. Он так действует. Таков да. Он. Не отбрасывайте эту роль Бога. Примите Его как сверхъестественного обеспечителя. Аминь. Это хорошо. Я это делаю. Здесь говорится о том, что Он сажает нас на престол славы. Слава Божья — это присутствие Божье, щедрое всеми благами. И когда присутствует слава Божья, они появляются. Возможно, кто-то думает, да, но вы не знаете, в каком мы отчаянии. Помню, как я молилась на иных языках всякий раз, когда шла за продуктами в магазин, да, потому что у нас не было кредитной карточки, да, а если бы и была, на ней ничего бы не было. У меня были лишь деньги в кармане, и я молилась на иных языках. Не вслух, но я молилась на иных языках и верила Богу, что мне хватит денег, чтобы расплатиться и выйти из магазина. Слава Богу. Слава но Богу. Я это делала очень давно. Почему? Благословение. Главное — благословение.
И Он наш обеспечитель глории. Он наш сверхъестественный обеспечитель. Говорю вам, мы верили Богу, но мы были зависимыми. Но акцент всегда на Нем. Да, верно. На Нем. И в 22-м псалме, с 1 по 5 стихи, в расширенном переводе сказано: «Господь, пастырь мой, чтобы питать, направлять и укрывать меня, я ни в чем не буду нуждаться». Аминь. Почему? Потому что Он наш сверхъестественный обеспечитель. Ты приготовил предо мной трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Более чем достаточно. Он наш сверхъестественный обеспечитель. А сейчас 11 стих 33-го псалма, прочитаем в расширенном переводе. «Молодые львы бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа, те, кто ищут и нуждаются в Нем, по праву своей нужды никто и на основании власти Слова Божьего». Никто из них не терпит нужды ни в каком благе. Он наш источник, Он наш обеспечитель. Меня не покидают воспоминания, я всегда возвращаюсь к ним, о том, когда у нас был этот недостаток служения, 6 миллионов долларов. И я наблюдал, как сверхъестественный источник и обеспечитель все изменил и вывел нас из этого. Да. И я вспоминаю 7 июля 1990 года, когда Джен принес мне тот чек. Но, Глория, в моем существе запечатлелось то, что именно в тот день мы оплатили все сполна. Слава Богу. И мы видели, как Бог сверхъестественным образом обеспечивает, потому что в естественном мире это было невозможно. Да. Но мы служим Богу, которому все возможно. Аминь. И невозможное стало возможным. Все возможно с Богом. Аллилуйя. Поэтому в каком бы положении вы сейчас ни находились, в какой бы ситуации вы ни были, возможно, у вас много долгов. Возможно, у вас сейчас такая финансовая ситуация, которая выглядит невозможной с естественной точки зрения. Но Господь обеспечит. Вот о чем мы говорим. Господь, Он, Иегова, Ира, Господь обеспечит. Слава Богу. А сейчас давайте посмотрим 8 стих 36-го псалма в расширенном переводе. «Как драгоценна Твоя крепкая любовь, о Боже! Сыны человеческие находят прибежище и уповают на тень Твоих крыльев. Они наслаждаются и получают удовольствие от избытка дома Твоего, и из потока удовольствий Твоих Ты напояешь их. Ибо у Тебя источник жизни. Во свете Твоем мы видим свет». Или «С помощью света Божьего мы видим свет». То есть Его обеспечение в избытке доступно нам. Избыток Его дома принадлежит нам, я в это верю. И уповают на Него. Да. Да, в этом ключ. Полагайтесь на источник, на Него, который является источником. Аминь. 12 стих 65-го псалма. «Посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь, в воду, и Ты вывел нас на свободу». Или, как сказано в другом переводе, «Ты вывел нас в наше место преуспевания, богатое место». Итак, Он вывел нас в это богатое место. Глория, я питаюсь этими местами Писания. Это необходимо делать. Вы должны питаться одним местом Писания за другим. А вот 20 стих 68-го псалма в одном из переводов. «Благословен Господь, который всякий день осыпает нас благами». Бог нашего спасения. 102 псалом 2 стих. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он каждый день осыпает нас, Глория, благодеяниями, благами. Что бы вы ни слышали, что бы ни говорил этот мир в новостях, что бы вы ни читали, мы помним Его благодеяния. Мы не забываем благодеяния и обеспечения. Да. Мы не забываем. Господь будет побуждать нас к определенным действиям. К актам веры. Например, когда мы с Терри делали ремонт дома и верили Богу о финансах, знаете, что Господь сказал мне делать? Он сказал: каждый день верой приезжай в банк, подъезжай туда, в тот банк, куда ты вносишь деньги, подъезжай туда, останавливайся и проезжай дальше. И делай так каждый день. И верь мне о том, что каждый день я буду осыпать тебя благами. И знаете что? Я приезжал туда, и люди смотрели на меня через окошечко и думали, кто он такой? Независимо от того, было у тебя что-то в руке Было у меня что-то или нет, Господь сказал мне тренировать свою веру, доверяя Ему, что мы будем делать эти вклады. И была такая неделя, когда я делал вклад каждый день.
Слава Богу! Поэтому Господь будет побуждать вас сделать подобные вещи. И все эти места Писания доступны нам, Глория. Эти места Писания доступны нам. Мы можем использовать одно место Писания за другим. Вот 10 стих 3 главы книги Малахии. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф». Да. «Иегова Ира! Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословение до избытка?» 113 Псалом, 22 стих. «Да приложит вам Господь более и более, вам более и более. Детям вашим». Слава Богу! «Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю». Это обо мне, аллилуйя. Это обо мне. Сегодня на передаче «Победоносный голос верующего. День пожертвования». И спасибо, Глория, за возможность поделиться Словом Божьим о пожертвовании. В 4 главе послания к филиппийцам Павел сказал, «Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу». И знаете что? Все годы, которые я наблюдал за Кеннетом и Глорией, таким было отношение их сердца. Когда бы они ни получали пожертвование, оно предназначалось не для восполнения их нужд, а для умножения в пользу вашу. И послушайте следующее. Павел сказал, «Я получил все избыточество, я доволен». «Получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу, Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Бог мой, сверхъестественный обеспечитель, обеспечит все ваши нужды. Мы с Терри узнали от вас с Кеннетом о сеянии семени, о том, как это важно. И так мы и поступали. С тех пор, как мы с Терри поженились, мы сеяли семя вместе, и мы видели, как Бог обеспечивал все наши нужды. Глория, я нашел это в расширенном и в греческом переводе Библии. Послушайте, что здесь сказано. Когда вы сеете, вы пожинаете урожай. И здесь сказано, Бог мой да восполнит, наполнит до избытка, доверху, снабдит, удовлетворит полностью, досконально все ваши нужды, поиск работы, финансовый недостаток, проблемы в бизнесе. По богатству своему, согласно его богатству, его обеспечению, его имуществу. Славе Христом Иисусе. Греческий перевод — это все, что сказано, да, между стандартным? Да, верно. Это все, что добавлено. До краев наполняет нас этой благостью. Поэтому, давая сегодня пожертвование, ожидайте этого. Призывайте урожай. Призывайте урожай, который вам принадлежит. Призывайте этот урожай. Уповайте на сверхъестественный источник и на сверхъестественный. У тебя есть несколько минут. Помолись за эти пожертвования. Отец, во имя Иисуса, я молюсь спасибо, за каждого партнера и друга, да, дающего пожертвования в миссию, да, Кеннета Копланда. И мы призываем урожай во имя Иисуса, и мы говорим, что наш обеспечитель, Иегова Ира, полностью восполняет все наши нужды по богатству своему в славе, да, Христом Иисусом. Во имя Иисуса. Христом Иисусом. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Теперь аминь. Примите это, верьте в это, да, берите это. Да. Помните, вы это берете. Иисус сказал, все, что вы принимаете, то, что вы берете, вы это получаете, у вас это слава будет, Богу. Это проявится у вас. Глория, у нас будет еще 5 дней на следующей неделе. Еще 5 дней цикла, еще 10 дней процветания. Аллилуйя. И в следующий понедельник мы поговорим о нашем завете богатства. Не пропустите это. Будьте с нами. Если вы хотите заказать наши материалы, напишите по адресу, который вы видите на вашем экране, и мы их вам вышлем. Это Глория и Джордж напоминают вам, что Иисус — Господь.